Глаза закрыты, руки делают. А ошибок мастер Сергей Клещев и не боится. Их во время работы на гончарном круге можно исправить в любой момент. Этим искусством благовещенец плотно занялся 5 лет назад. До этого был небольшой опыт в 90-х. Но тогда, говорит Сергей Михайлович, хорошего оборудования, а главное, книг и мастеров, у которых он бы мог научиться, не было. Позже вернулся к делу, работал в изо-студии, керамической студии с детьми в Поярково. Так и научился творить шедевры на ощупь. Нам глаза в гончарном искусстве нужны для формы, коррекции формы. А само изготовление, допустим, крыночной формы или закрытой формы, или цилиндра, или конуса, любого усеченного прямого, здесь просто руки сами работают, они запоминают у нас все. Глаза нам нужны для декорирования. Искусная работа Сергея Клещева заворожила каждого, кто пришел на открытие выставки керамических изделий. Павел Савинкин, он часто выступает куратором художественных выставок в Благовещенске, говорит, тоже однажды пробовал себя в этом деле, в мастерской у друга. Но это был единичный опыт, больше любит созерцать красивое. На улице вот дождь, да, слякоть, как-то пасмурно, смурно на душе, да. А вот заходишь сюда в выставочный зал, да, и все, испытываешь радость. Потому что такая солнечная выставка получилась. Вообще привыкли к тому, что керамисты, они выставлялись всегда, да, вот среди, как подспорье там живописцам, графикам и так далее, да. А сегодня это здесь самостоятельная выставка. На выставке свои работы представили не только мастера керамики, но и студенты АМГУ и педколледжа, которые обучаются этому нелегкому делу. Организаторам удалось собрать сразу несколько видов керамических изделий – скульптуры, сосуды, панно, предметы интерьера. Каждый художник отражает самого себя, наверное. На самом деле, в основном, конечно, у нас художницы, да, женщины, и женщины очень любят цветы. У нас преобладают цветы, растения и, конечно, женские образы. Насладиться искусством керамики в выставочном зале благовещенцы смогут вплоть до 15 августа. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».